Какой? Я уже все, ничего не хочу. У меня тут венцо приехал. Ну-ка, повернитесь ко мне, любимый, пожалуйста. Ко мне повернитесь. Нет, передом. Микки Маус. А, вот, я посмотреть хотел. Микки Маус. Как ты, я поправилась? Ребята, всем привет-приветики. Мы сегодня прям счастливые на такой вдохновительной волне. Сейчас будет распаковочка бабическая, шламическая, вообще огромная. К нам приехали друзья, подписчики. Ага. Наташ, не мешайся, пожалуйста. Так, сейчас начнем с подарочков Катине. Там вообще красота красовенная. Наташ, подай, пожалуйста, чтоб я не прыгал, не бегал. Давай с рыбкой, которой. Там вообще бомба подарок. С днем рождения тебя, с днем рождения. Смотри, какой в деревянной этой упаковочке. Давайте даже откроем, я думаю, да, как? Так, веревочку не надо, она нам сгодится еще зачем-нибудь. Не знаю зачем, но сгодится. У хорошего хозяина все в хозяйстве сгниет. У Кати как день рождения продолжается, вон сколько. Гулярова. Блин, какой шикарный, ребята, это вообще коровник. Это от Людмилы и Алексея. Смотрите, какая прелесть. Деревянный стволик, тут икра, две банки. И рыба. Много рыбы красных. В общем, до следующей зимы. Наталья, куда зима? Надо подумать. Вот такой красавец. Так, дочь, подай следующий. Ой, красота. Это надо сразу в холодильник сейчас убрать. Блин, это вообще красота. Поздравляю тебя на всех языках, мир. На-на-на-на. Теперь утро начинается, с кофе, шоколадочками моими любимыми. Так, есть леденечки, мармеладки, мусики, миксики. Все это сопровождается бокальчиком шампанского. Из Беларуси лично. Значит, вообще вкусно. Сегодня попробуем. Только Кате не говорите. А это клубничка, прям шампанское чуть-чуть добавляешь, в общем, как кровавая Мэри, по клубнике и шампанское. Вообще улет, бомба-бомбичка получается. Так, крокант с миндалем, конфетки, такие твердые-твердые, вкусные. Еще пакет, два пакета таких шоколадных. Это сливочная, это горькая. Два пакета молодцы, шоколада. Зефирка. Можно сразу в морозилку засунуть, будет очень. Нет, она с печеньками, не надо. Катька, смотри, это что такое? Ой, это что-то новое. Да. Я думал, тофити. Да. Это что-то новенькое, да. Вон она. Давай попробуем. Давай. Давай, мой хороший. Катина желание закон. Ну-ка. Я люблю обычно печенье, шоколадное. Да. Кушай. Так, печенки шоколадные, французский крекер и две пачечки вафли. О, это печеньки с этим, с медом, медовые печеньки. Это вообще вкуснейшее. Парочка твикс, это на двоих, а сникерс мне. А, нет, тут тоже долька есть тебе. Ой, кузинаки, чьи любимые? Катины. О, что спина-то болит? Наташ. Не сгорит ничего. Наташ. Не горит, не отдувает. У тебя вот пережарка, во-первых, там мне первому надо полазить-то. А, или ты в своем лазь? Я с пережаркой, все нормально.
Подожди, Наташа, раз все нормально, иди поставь. А вот с той стороны. Куда-нибудь приспособить вот эту штучку. Да. А еще корзиночка плетеная. Держи. Это мы пока уберем его, пускай он у нас стоит. Куда? Ой, тоже с ручками. Куда? Куда-нибудь. Поздравляем тебя. Вообще круто. Привет, дорогие друзья. Ребята, всем приветики. Простите, что не читаю, не здороваюсь. У нас распаковочка по-быстрому. Все покажем, вам расскажем. Людмила, она к нам приезжает всегда. У нее целая машина подарков. Давайте смотреть дальше. Наташ, ты нам нужна, потому что я буду все доставать, а ты убирать. Курочка. Ура! Еще курочка. Шашлык. Катя, это, наверное, крылышки. Или ножки. Паштет печеночный, сливочный с маслом. Да мы теперь в магазин только за хлебом будем ходить. Ура! Семечки. Паштет с индейкой. Вон она такая красивая индейка. Кость, подойдет такая коробка? Угу. Пиво. Ну, Левочка это Костя. Костя алкоголь не пьет. Ноу спит, морковь. Светаева. Молоко с сахаром. Сгущеночка. Раз. Сгущеночка. Два. Сгущеночка. Три. Тю-тю-тю-тю-тю. Это все мне. Так, Светаева. Творожный сыр. Я вам говорю? И еще 4. Творожный сыр. Паштет. Вторая баночка. Третья. Стоять, Наташа. Инструмент для салата. Для чего нужно творожный сыр? Я говорю, сейчас привезут. Да нет, а вдруг потом магазин. Колбаса, 3 палки. 4. Еще мяско. Еще творожный сыр. Вау, еще пиво, масло сливочное. Ура! 3 пачки. У нас там как раз пустое. Еще мяско. Еще семки. Еще паштетик. 2 штучки. Это гуси и гусь. Гуси и гуси. Гуси и гуси. Так, масло. Для масла у нас отдельная полочка. Прямо в двери. Раз, два. Три. Было пусто, стало 3. Стало густо. Стало густо. Коробку Наташа поставила, а как я буду? Да, я думал, ты поможешь мне. На радостях сопли потекли. Печеньки, печеньки вкусные. Не знаю, с чем, но с каким-то вареньцем. Очень много, да, подарок нам огромный. Зефирки. Вот эти зефирки можно замораживать. Морозилку, ребята, потом вообще, особенно с кофе. Утром достаешь, только надо быстро есть, а то быстро она прям тает. Вот это, даже на столе. Я так люблю, не знаю почему. Ой, спина оказывается. Все говорят, не работает. Ой, какая. Мне трудно работать, стоять, подарки распаковывать и не пробовать еще. Слюна в пакет упала. Простите. Ой, багетики. Багетики. Мы завтра что будем вкуснятину делать? Опять нам привезла Людмила это. Сыр вот это, как у имя коровье. Бурата, да. От сладости, банки, все складывают. Вот. Нет, это в холодильник же будет. Сладости, банки, или намаз хотя. Нет, можно же намаз, да? Да, там холодно. Давайте сюда, и в коробке, намаз. И все давай, вместе давай. В одной, я унесу намаз. Так, сухарики, гренки натуральные, салат, с чесночком, это мне под пиво. Под фиги, хлебушек, апельсинки. Ну что, даже я думаю. Вау, Лена, а ты не хотела ехать. И вообще тут вино домашнее. Я тебя сейчас увижу дальше. Ахнешь просто, что ты не приехала. Смотри, оливки черные, оливки зеленые, али маслины. А и то, и другое вообще. А домашнее, а вот это с моря, как я сейчас тебе покажу. Ты же зашатайся прям. Прям в своей маленькой комнате там зашатайся. Вот это вот.
запах кунжута, шоколада. Такой слабенький. И прям пробочку делаешь, и это. Да-да-да. Это вообще, это Катина. Раз ты не захотела приехать, салатик зелененький. Да как, у меня один глаз вот так ходит сейчас. Хлебушек. Я понюхаю. Наташ, ты не успеваешь убирать. О, колечки ананаса. Хлеб оставишь, наверное, будет. Поздравляем тебя на всех языках. Как, ну когда еще день рождения? Сегодня. Сегодня? Сегодня тоже. Лимончик. Лимончик с кофе. Самое вкусное. Трубочки новые, вон какие длинные. Это под винцо. С коктейльчик, шампанское. Ну, сегодня мы его отметим. Ага, еще лимончик. Пожалуйста, туда в коробочке. А, вот он. Вот он. Сыр буррато. Да, его на ложку вот так кладем. Его надо вот открыл прям банку и съел. Все. Это кладем. Пока дай. Вот еще буррато, две буррато. И сыр. Раз, два. Мы богатые, ура, ребята! Капуста, капуста, капуста. Соленая, маринованная. Это мы сегодня мясо делаем в казане. Поджарим туда-сюда с картошкой и с капусткой. Вообще. И морковь карри. Наташа, ты купила? Вот это можно все нам снять. Не ложи в баночки. Коробку. Да, да, да. Ой, спина отказывает. Продолжаем распаковочку, дорогие друзья. Сыр. Раз, два, три. А к такому подарку с рыбой этот сыр как раз пригодится. А там еще икра. Ё-моё. Простите нас, что мы богатые стали, ребята. Майонез домашний. О, и вот эта штука. Нет, это как называется? Это да, песто, это к буррато, да. Песто к буррато и что-то там же еще было. Помидорка? Помидорка. Да. Ага. И вот этот соус еще. Это очень вот вкусный. Соус, да? А, соус, вот он, да. Да. Он еще остался. Его надо посмотреть, да, какой его можно открытым хранить, может он же ёкнул. Вот. Селедочка под водочку. Игурчики. Костя, у нас есть селёдки, которые кусочки селёдки. Да. Тетя Оля делает прям в банке уже на зиму готовую свеклу. Только на хлеб на черный ложишь и сверху селедочку. Прям... Хлеб черный есть, Людмила привезла. Свеклу тетя Оля дала. Это что хлеб... такое? Это наша? Это Наташина. Или Вашина. Черный хлеб я тоже купила. Да. До этого. Это лично мой подарочек мне. Это мне подарили, да. Ну, может быть, что-то Кате тут достанется. Макарошки Петим. Это мои любимые. И Катины тоже. Как она закричит, увидел сковородку ночью. Макарон! Ага, и банку потом подсосолишь. А банку я, вон, смотри, приправки сделал. Поэтому я ее и купила. Да. Вообще круто. Вот очки были аккуратненько, ага. Так, ребята, это то, что парню деревенскому не хватает, чтобы он углы не чесал. Хорошо. Это называется кайфуша. Я обожаю. Они у меня, правда, все теряются все время. Это маленькая кайфуша, но очень жесткая. Раньше половики такой стирали, ага. Это если сильно чешется, хорошенькая кайфуша. О, я себе вот такую заказал штуку. Это на шею, ребят. Кого хондроз, мандроз, кого простыл шея. Вот это обалденная штука. Ага. Я себе заказал толстую, а я задыхаюсь, когда толстая, теплая что-то. А это худенькая, раз, все. Можно в машине вот так ехать. Да, я так ездил. Я шапки вверх обрезал и так ездил. Да. У меня потому что продувает за 6 секунд. Не потерять только. Ой, мужской подарок, самый дорогой. На ежедневную неделю. Раз, два, три, четыре, пять, семь. Дочь на место. Дочь на место. О, это
О, я же говорил, тут Катя что-то есть, ага. Это пилочка под ногти. Вот это не знаю зачем. Это... А это так на пальцы одевать? Нет, это чистить. В общем, тебе это... Наверное, вот такое. Какая печать такое? Стерка какая-то. Это ногти, где делаешь, когда это пемза, всем щеточка, вот это. Крутая вещь, ребята. Кто угадает, что это такое? Кто угадает, что это такое? Чайничек закаленный. Еще больше, чем тот. Это уже когда гости приедут. Ребята, золотые наши, ждем вас в гости. И вам чаю вам заварим, напоим с конфетами вкусными. Все. Уже пакеты, чтобы тебе двигать все с пакетами. Так, продолжаем. Скажи, пожалуйста, куда его? Ну, здесь напитки у нас много. Две колы, одна это. И три бутылки масла растительное. Это мы сейчас как блокадники скатим. У нас есть все. Так. Вот это самое интересное. С сегодняшнего дня объявляем притон открытым. Бренди Мэнди, да? Это ром. Ром. Это ром. Это ром, ребята. Так, это белый. Белука! Нифига себе! Кать, это белука, это рыбка, это хорошая. Виски-миски. Они мои любимые виски. Домашняя, очень вкусная. Прям мед медом. Что тут? Нет. Полезно пахнет. Вот. Нет. У мамки мази такие были. Ну, что-то полезное, в общем. Что-то очень полезное. Это... Ну, это натурпродукт. Нина. Нина Федоровна. Нина Федоровна. Спасибо, золотая моя. Дай бог здоровья крепкого. Спасибо. Вы не думайте, это не алкоголь, не это. Это для растирания суставов, мустава, коленочки там смазывать. И, как говорил Василий Теркин, нельзя еще листовку, чтобы погреться изнутри. Вот. Вот. Все домашнее. Раз, два, три не домашних, три домашних. Угу. Убираем закрома. Пока никто не видел. Ой, вот еще одна. Там-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Катя, ты уже решила, да? Ну, я думаю, на такую, может, может, он захочет все попробовать. Да, ну, попробуй, пожалуйста. Это... Бренди. Бренди Мэри. Вот эти все дела. И, ну как она говорит? Это на русский самогон. Бренди Мэнди это русский самогон. Я раньше пил. Я раньше пил, говорит. Так. Дошло дело до домашних закруточек. Икра. Не знаю, какая икра. Наверное, баклажаны. Если баклажаны, я люблю, спасу нет. Салатик. Вау, ребята. Рыба. И не просто рыба, это вяленая рыба. Вяленая. Машке, привет. Машке, привет. Она работает. Ну да, я привет передаю. Тушенка? Это тушенка, которая вдруг у нас это... Домашняя? Это, из земляк, в общем. Да. Землякам привет. Случайство. Это наша. Кабачковый? Это свойское, да. Это уж свойское. Щи, борщи готовы? Нет, нет, салат? Салат какой-нибудь. Или что там было? И икра. Еще лечу там красивая такая. Ой, царь, это? Ура! Так. Это мне. Это мне. 5 штучек. Ну, Левочки. Это под рыбку тебе. Под рыбку, да. Костя, он молодец, он алкоголь не пьет. Молодец, Леча. 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 С мясом. Будет вообще вкусно. А вон еще пакет какой-то стоит. Да, да, еще тот пакет белый еще. Ага. Давай вот это. Вот нам какой-то супер подарок привезли. Мы-то деревня, мы не знаем, у нас все по-простому. Смотрите, что здесь. Made in Китай. Отзывы пятерки. Отзывы пятерка. Вот такая штучка. Да. Говорят, вот этой штучки достаточно, чтобы постирать один раз. Тут все сразу. Кондей, мандей, гель, мель. Это.
Запах обалденный. Ну, порошком настоящим вот, ага. Тут много. В общем, попробуем. 35 стирок на 10 дней как раз хватит. Привет. Это Илюха и Константин. Спасибо ребятам. Ага, это они делают. Подставочка для этого. Да. Под горячее. Приятного аппетита. Видите, кошечка лежит такая. И здесь. Наташке надо подписку дать. Приятного аппетита. Уже все есть, ага. А здесь самое главное, ребята. Костина банька. Ха! И-ху! Повелеваю всем париться, потому как сие телу полезно. Сейчас венечки запарит, Егор, там все дела как раз. Ага. И еще банька. Да, можем оторвать. Чтобы наглядно было. А вот и банчик пришел как раз. Ой, я себе по пузе врезал. Ладно. Трендмейр. Красиво. Вот с кошками как раз длина тоже. Она потом Я потом дома посмотрю, открою. Рыбешкина? Прикольно. С рыбкой, да, там. Круто, круто. Кружка пива нарисована, рыбка. Круто. Ну, все, как о, сегодня будет самая вкусная банька у нас. Так, это убираем сюда. Еще пакет есть? Вода. О, нескончаемые подарки, ребята. Ой, помидор красный какие. Вы видели, где помидор 800 рублей стоит? Сегодня кто-то не стоит. 500? Вот это? Господи. Кать, помыть надо, ну, моя. Помой, ладно. Яблочки. Ну, настоящие. Я буду. Да, сейчас мы помоем. Я покажу его. Я потом дома. А, огурцы и картошечка, да. И апельсинчик. Это огурцы, лампочки, это огурцы. Вот что надо кушать, на диету садиться. С картошечкой и с мясом подбрали мы. Не надо. И самое-самое важное, самое главное, самое вкусное, это торт клубничный. Днем рождения, днем рождения, симпатулька, днем рождения моя. О, все. И там еще много вещей всяких модных, нарядных, это мы потом разберем, да. Это. Всем спасибо, хочется сказать огромное, особенно Людмиле. Леха, тебе огромное спасибо. Обняли. Чтобы в жизни твоей все было, так сказать, что захотелось, вот то и было. Чтобы я сбывалось. Я скажу, ты мне сейчас колено сломаешь. Спасибо. Людмила, целушки обнимаешь. Целушки обнимаешь. Спасибо, большое спасибо. Вот. Вообще очень много. Вот мы теперь богатые, ребят. Мы сейчас будем все это укладывать, раскладывать, спрятать. Ага. Виноградинку держи. Угу. Вот. Спасибо всем огромное. Вот для вас цветы. Угощайтесь. Спасибо. Все, ребят, всем пока-пока. Спасибо. Да, мы побудем с гостями пока. Сейчас ждем, еще приедут подписчики, девчонки к нам. Ну, знаете, все это банда. Ага. И начнем мы куролесить. Пока-пока, ребят. Мы еще на дискотеку сегодня пойдем. Да, моя?